have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Сегодня с вами будем смотреть на такую штучку, как Shift Happens. Помогать мне в этом будет кот. Все это построено на Unity. Первый раз запускаем, еще ничего не пробовали, ничего не смотрели, просто выбрали себе персонажей. Просто происходит пока что заставочка, и мы решили поздороваться. Обещает быть очень интересным, но я пока не до конца понимаю все те механики, которые тут будут происходить. Что думаешь пока что? Что ожидаешь от этой игры? Что-то хорошее. Что-то хорошее. Это логично. Тут у нас завод по производству блобов или что это? Смотри, их уменьшают. О! Это я в понедельник утром. Манипулятор взбесился. А, фишка в том, что все блобы были бесцветными, а теперь один будет красный, другой будет синий. Нет, красный и синий. Бррррр. Я еще не... О, этот... Это ты? Это я? Кто из нас кто? Я не знаю, кто из нас кто. Я пока что только из рук в воде. У тебя глаза нет. Ну, учитывая, да, что если мой красный, оранжевый. Буньк. Белый чел вообще улетел просто. Может нам дадут поиграть немножко? Я понимаю, но я хочу поиграть немножко. Все будем играть. Я не успел прочитать. Ладно, потом на паузе прочитаю. Начать игру. Нас выкинуло. Ну-ка, секунду, ребят. Да, нас, оказывается, случайно выкинуло. Окей, я красный. Я в шляпе. Я в шапке. Прыжок. Ага. Как мне запрыгнуть сюда? Тинк-тинк. А, вода! А вода не ядовитая, хорошо. А, я понял тебя. Зажимать надо. Надо увеличиться, иначе ты тонешь. Можно. А, можно притягивать. Погоди. Притягиваю! Как? F. Тупой респект. Ладно, пойдем. Это можно забрать тут, я так думаю. А! Я вернул себе свой. Да, можно вот так все сделать. Иди.
А, это. Я понял, оно не на время, оно просто зажимается и потом все хорошо. Нет, да. Я слишком. А, я точно. Не знаю, сейчас посмотрим. Я сначала вот этот заберу. Да, тут Game Boy получается. Ну, в этом же и смысл игры. А... Вниз, вниз. Space. Я держу тебе. Для. А для чего? Ну-ка, подними. Чё за хли... А, я понял. Ну-ка. Не-не-не, погоди. Мне кажется, тебе нужно быть снизу, чтобы эта штука зашла. Ну-ка, стой тут. Кому я говорю, стой тут? Нажми на кнопку. Стой внизу. Да прыгай же ж, ты же ж. А, я понял, смотри, я тут маленький, а ты там большой. Да. Нам же подсказывают, да. Идем дальше. А если я большой, ну-ка уйди. Да, види. Нет, наверх надо. Ну, наверх надо, чтобы эту штуку забрать, а на самом деле. Что они от меня хотят? Нет, это мы сейчас уходим из уровня. Нам нужно было ту штуку сверху забрать. Уже нет. Ладно, это интересно, по крайней мере. Ждем второго уровня. Ну что, ты забрал мои эти зерна, когда я сдох. Вкусные были. Дабл трабл. Не-не-не, это заново, нам сюда. Не увидел то, что это не туалет. А, поехали. Нет. Вот один собрали, хорошо. Time Challenge Unlock, это, конечно, хорошо, супер, но я хочу дальше сюда. На самом деле выглядит, по-моему, очень вкусно. Кружка. Нет, я понял. Ха-ха. Оп. Наверх. Стань на кнопку. Большой. Вот так. Все, валим отсюда. Стой. А, когда ты маленький, ты легче прыгаешь. Надо было попробовать забрать мои зерна. Сам такой. Зачем ты дохнешь постоянно? Дай. Стой, что меняется? А, прыгай. Прыгай. Да. Ладно, спасибо. Нет, дай. Нет, да, сдохни, пожалуйста. Фиг тебе. Воу-воу-воу! А, я понял. Слушай, ты или я? Кто прыгает? Я. Первый. Второй. Еще раз. Первый. Второй.
Это они мои! Мои! Нет! Перестань! Стой, 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 стой! Ставим большим! Нет, в угол! В угол! Так, нажми. А, там два надо. А-а-а. Понял. Так, залазь, остановись. Погоди, поехали. Я не хочу, чтобы ты получился рядом. Ну, отвези! Спасибо. Поровну. Дай сюда эту штуку. Вези меня, лесной олень. Потом мне дай штуку. Меня забери. Я. А, ну иди. Ясно, по очереди надо. Но! Я-то, среагирую. На, собирай. Да. Да третью, ну третью! Я... Да ну ёлки-палки! Давай резче! Короче, давай ты... Я все равно придется то же самое делать, только в обратную сторону. Прыгай. Прыгай. Нормально, пройдено. Изи. Командная работа это зелен. Явно не наша, но все равно... Зато у меня больше зелен. Хорошо. Нет, ну на самом деле больше у меня, ну ладно. Следующую комнату. Давай да. Тройку. Сто третью. А где первая? Нет, да есть только 101. Есть какая логичная. Ребят, извините, если вы вдруг это слышите, у нас почему-то кто-то решил в воскресенье в 10 утра, блин, затеять сверлёжку стен. Ну, ну ладно, надеюсь, вам это особо не помешает. Ну, поехали, она посмотрим. Интересная была. А? Сцена интересная была, ты её пропустил. И это даже была неповторная. Блин, я... Да, я на самом деле... А! Нет! Погодите, я возвратиться не могу. Можешь, Q нажми. Ты меня можешь выходить. Стой там. Стань большим. Окей. А, погоди, тут мы только по очереди можем... Ну-ка, давай попробуем. Я могу отпускать кнопку? Да. К сожалению, да, ребят, по-моему, я прокладывал случайно кат-сцену, надо будет потом... Это, я даже не знаю. Уже иду. Тут нужно всем вдвоем прям. Мог бы дернуть. Бери, кто тебе мешает. Ну. Ну,
Ну давай ты кокоряпками. Погоди, а что это? Я не знаю. Спасибо. Ну, это спасти за цитерну. Иди возроди. Я еще должен спасти. Да-да-да! А почему там? А, я понял, кстати, что нам нужно. Иди возроди, потом тебе зерна буду. Спасибо. Тыкай. Тыкай. Я не... Погоди, надо ставить мелким. Так, тыкай. Затащено. Блин, зерна можно взять хотя бы. Давай, давай. Понял? Понял. Так, прыгай. Нет, стой. Я понял, что надо делать. Я тоже. Сможешь меня провести? Да, конечно, нет. Веди. У тебя input lag просто огромный. Дай сюда эту штуку. Ну ладно. Давай. Еще раз. Нажми. Давай. Ну ты тварь. Вали. Ну, это, прости. Из-за твоей жадности просто уровень просран. Ладно, ребят, сейчас мы перепройдем и вернемся. Так, ладно, ребят, по-моему, на этот раз мы прошли, все нормально, даже собрали эту семечку и даже не подставили друг друга. Не скипай, все, все пучком. Типа, там же сказано, та-та-та-та-та-та. И что там сказано? Сторидж. Хранение. Хранилище. Ну, видимо, нам туда. Такие двери белые, невидимые, они открываются, закрываются. На 2 звезды уровень прошли. В принципе, можно было бы и на 3, наверное. Не знаю, ладно, посмотрим. Поехали дальше. Следующий нам откройте, пожалуйста. А, push and pull. Это вот это? Так, или посмотрим. Тебя не толкай! Я тыкнул на кнопку. Это... Тащи. Без тебя тащи. Тащи сюда. Все еще тащи. Погоди. Спасибо, блин. Вытолкал. Погоди, надо сначала меня затолкать ящик, выходи. Нет, я не вижу смысла заталкивать ящик обратно. А ты прав. Тащи, вытаскивай его оттуда.
А, погоди. А вот случайно, да, я, по-моему, понял. А. Слушай, поделись зернами. Так, ладно, секреточку нашли, но это... Ну, ладно, мы можем дальше пройти, не страшно. Туда нужно вот этот ящик. А, я понял. Забери. Нам вниз. Ну, нам, по крайней мере, одному из нас. Ага. Ага. Да, теперь... Стой, а чем он нам теперь поможет? Черт, логичный, да нельзя. Иди сюда! Забирай. Нет, 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 он туда не пролезет. Нам нужно... Вот, тащи его туда. А-а-а. А, я понял, стой, иди сюда, залезь. Нажми сверху. Прыгнуть на это не могу. Ну, давай, тащи. Ага. Второй нужен сверху. Сейчас. Ну-ка, нажми. Оп. Блин, у тебя больше зерен. А! Опусти меня. Сейчас. Давай. Их нужно цветами поменять. Сейчас. Погоди. Этот красный, этот зеленый. Меня наверх. Блин, ну так, честно говоря, на И и Д жать одновременно неудобно. Давай вниз. Все. Прыгай. Я тебя везу обратно, осторожно. Нет, по... Нет! Постой там секундочку. А, я тут не смогу. Просто иди туда, ко мне. Нет, подожди. Это выход из уровня, а нам выход еще не нужен. Нам нужен кубик. Да. Нет, я-то тебя могу вытащить. Погоди, я просто хочу понять. Надо кубик вытащить. И что? Вот реально, и что? Там же лазер сверху. Он все равно попробует вытащить кубик. Кто знает, что там сидит. О, иди сюда. Как? Прыгай на эту штуку. Стань маленьким, ты лучше прыгать будешь.
Поехали наверх. Стой, отойди. Отойди. О! Пусти, пусти. Подожди, подожди, подожди. Нужно понять, что изменится-то. А, вот что изменится. Прыгай наверх. Ну, не так же наверх. Блин, инстинкта самосохранения вообще никакого. Прыгай. Нет, ну куда? Ну наверх же, ну чё ты... Ну так, кыш отсюда. Вот так вот мы и проходим это все. Теперь едь. Ты маленький, прыгай. Есть. Да, в принципе, проходится несложно. Первый. Так, мы собрали все в этом уровне, по-моему. Ну дайте 3 звезды. Да! Фу, это было интересно. Остался... А, 104, через 104, а мы сейчас идем в 105. Ладно, ребятушки, я тогда думаю, что на этом будем заканчивать. Посмотрели парочку уровней, потестили. Не знаю, мне игра очень понравилась. Как тебе? Отлично. По-моему, да, просто суперски. Крайне вам рекомендуем. Так что, если будут свободные денежки, пожалуйста, покупайте, веселитесь, особенно с друзьями, если они у вас есть, конечно. Будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем пока. Всем пока, да.